бьет по панцирю, втыкает топором в панцирь, но этот добегает еле как до города. Эй, что происходит? Атакует его мечами. Ой, ну хоть спасибо на этом. На спасибо слова не скажешь, гони деньги. Так у меня нету вообще. Давай быстро, иначе тебя сейчас... Сейчас заберем у тебя все. Давай сюда. Что у тебя есть? Хорошо. У меня есть там, могу вам что-нибудь дать. Давай. Короче, собирает шкурки. Шкурку и эти. Тс, прячься. Прячется в домик. Ну чё, давай. Забираю у тебя все, что есть. Арбалет забираю. Да короче, все забираю у тебя, пошел нахер. Лавку забираю у тебя все. Совсем стяжимо. Ты как? Это же грабеж, да мне похер. Мины хоть оставь. Ты чё, какие мины? Чё тебе оставить? Вон, саженец оставлю тебе. Смотри, что я у него забрал. Да, молодец. Всё. Чёрт, остались мы без всего. Осталось только диск. О, чёрт, сейчас к нам придут за оплатой. Чёрт, возьми, прячься. Короче, игра жестокая здесь. Я не хочу здесь применять типа изнасилование, там всякая такая дичь средневековая, но игра может жестокие обороты принимать с точки зрения морали. Собрал у этого панцирь, ну все. Так, у двух он собрал. Есть древесина. Короче, панцирь собрал. Получил опыт за двух. 200 опыта. Говорил, нужно 500 золота, или сколько, я что-то забыл. Ну, короче, он сам забыл. Итак, сейчас на паузу поставлю. Ты должен банкиру, господину Гомезу там, или никому, я не знаю, у меня плохо на имена. Ты должен денег. Ты и так у меня забрал все. Это еще по что-нибудь повыступай. Я тут главный. Я в доспехах, с оружием. А ты-то кто? Какой-то там лесник. Слушай, может... Это, я знаю, где пробегала, видел беглянку. Чё ты врёшь? А ну-ка, на! Говори, где? Короче, ударил у нашего персонажа минус одна жизнь. Эта девушка хочет закричать. По идее, она может закричать и выдать себя. Для этого, по идее, нужно кидать кубик. Этот, короче... Тс-тс, не кричи, не кричи. Ладно, пускай она не кричит, а то ее еще убьют. Короче, она кричит. Эй, кто там кричит? Это овца кричит. Овца?
Ага, понятно. Знаешь, у меня никогда не было девушки. Если бы я ее поймал, так я знаю, где ее поймать. Я знаю, знаешь, а ну говори, так я тебя проведу. Давай. Давай, пошли, я Озонна. Ты знаешь Озонна? Подписан на Озонна? Да, подписан. Молодец, нормальный чел. Пошли, веди меня, где она, пошли. Идут, короче. Подходят к башне Ксардоса. Так. Здесь два мертвых чела и их оружие. И волк их ест. Ну и чё, где здесь два каких-то мудака лежат? Они не подписаны на Озонна. И Озонна! Волк, короче, кидается. Чё, я на Озонна пошёл, что ли? Короче, драка идёт. Чёрт, этот подбегает. Эй, лежит. Ты чё творишь? Отбегает. Эй, слышь, сюда иди. Ты чё? Вон бей, он это Озонна. Озон, я ненавижу Озона. Анша Абдуль. Короче, убегает. Озон дерется с разбойником, с волком, с двумя шершнями. Вы что, охерели? Я Озонна. На. Короче, Озонна. Озон. Раз, два, три, четыре, пять жизней. Потому что у него доспехи, офигенное оружие. У шершни... Ну, у всех, короче, у волка две, а волк отъелся, у него сейчас три жизни. У шершни две жизни, Он бы еще мог голема позвать, тогда бы уж точно победил. У этого, у разбойника... Разбойник. Три жизни. Итак, начинаем. На, нахуй. Я Озон. Сразу два шершня его убьют. Он, ну, в ответ бьет, потому что он Озон, он грозный. Он не уворачивается. Короче, удар сейчас... У кого проходит, у кого не проходит, у шершни. Проходит удар, у Озона. Проходит удар. Так, шершни сносят Озону по две жизни. Шершни. Короче, сделай, что у шершни по одной жизни, потому что Озон слишком силен. Короче, умирают шершни. Здесь пускай валяются. Волк теперь. Бандит пока. Я в стороне постою. Только пах на него. И Озонна. На. Короче, Озон вообще не блокирует. У волка три жизни. У кого в удар как проходит сейчас? Так, у волка не проходит удар, у Озона проходит удар. У волка две жизни, у Озона три жизни. Теперь разбойник обходит стороной незаметно, у него крадучесть
Озон, ты шо, я озон на волку. На. Волк пытается отскочить. Проходит ли удар у озона? Проходит. Отскакивает ли волк? Не отскакивает. На. Волк. Волк, короче, одна жизнь. Тем временем я, ну все, держусь. На. Тем временем этот подбегает. Подкрадывается. Так, удар озона. Проходит удар. Волк уворачивается, нет? Не уворачивается. Короче, сейчас происходит такая тема. Он замахивается и сейчас убьет волка. Волк в агонии. И тем временем разбойник из-под тишка наносит удар. Так, сейчас посчитаем, проходит ли у него, у разбойника удар. Не проходит. Так, озон. Озон, в принципе, и не прятался. Короче, он, разбойник, просто воткнул ему в этот, в панцирь. Озон. Я озон. Это такой отходит тихо. Ну чу. Чу. О. Надо бы набрать тут оружие себе. Оп. Собрать с лохов. Не смотрят озона. Собрал все, что есть. Отбирает их. Тем временем этот по-тихому еще раз нападает. Проходит ли у него удар? Нет, не проходит. Промахивается. Это что? На озона полез? Этот убегает в пещеру. Прыг. Так. Сейчас, короче, пещера будет, локация. Так, что-то я потерял. Где разбойник? Разбойник. Вот пещера разветвленная. Рандомно ставим жуков. Это, короче, крадучись пробегает. С этим дерется. Этот озон дерется с волком. Еще шершня привлекает. Так, значит, первым наносит на озона волк и шершень, потому что озон пока что не разбирается, что происходит. Удар волка проходит, удар шершня проходит, озон может увернуться или нет от удара. От первого не уворачивается,
сворачивается. Так, у Озона минус одна жизнь. Так. Теперь этот нападает, подкравшись, ну, с разбегу, короче. Он подкравшись не смог. Сейчас инициатива, кто первый кого убьет. Вообще-то инициатива у разбойника, потому что он знает пещеру хорошо. Так. Попадает. Жук. Успевает обернуться. Успевает. Короче, если инициатива есть, то он все равно ударяет. Жук уворачивается, но все равно немножко ранен. Я просто на ходу разбираю, тестирую. Если что, там пишите. Жук. Где жук? Жук. Сколько у жука жизни? А, у жука одна жизнь. Короче, у него 0,5 жизни. Теперь кидаем на инициативу. А, теперь Озон. Озон, короче, бьет волка. Промахивается, бьет шершня. Промахивается. Они, короче, отскакивают. Эй, чё? Ничего не вижу, где чё? Просто махает. Теперь этот. Инициатива. Так, инициатива и на стороне этого разбойника. Может ли увернуться жук? Уворачивается, но... Загнан в угол. Тем временем Озон. Так, подожди, что там, промахнулся, да? Теперь эти бьют Озона. А он просто размахивает. У волка проходит удар, у шершня не проходит. Короче, шершень умирает. А волк... Короче, волк натыкается на удар, потому что Озон размахивает во все стороны. Но наносит удар Озону. А шершень погибает, промахнувшись. Короче, здесь он валяется. Так, у Озона минус жизнь. Теперь этот пытается добить. Короче, что бы сделать? Короче, отходит потихоньку, этот прижался, отходит потихоньку. Эти пока, этот... Что происходит? Ну нахер. Пытается к выходу. Короче, он от выхода. Этот тихо отходит. Ставит ловушку. Ставит, короче, ловушку вот здесь. Мины. У разбойника есть мины. Озон выбежал там, дерется на свету. Короче, сейчас. Короче, ладно, Озон побеждает волка, потому что тут явно у него доспехи хорошие. Ну чё, где ты, урод? Я здесь, Озон, лох. Слышь,
Озон. Иди сюда, сюда иди. Да я, тебя... я не смотрел твои видео на YouTube, я хейтер твой. Я хейтил набеги на твой YouTube канал. Банил канал твой, слышь. Ты чё, офигел? Подбегает. Озон всей тушей. Разваливайся, вот все. Фух. Еле выжил. Лучше здесь отсижусь. Забирает себе эту тему. Так, подожди, сколько у него жизни? Разбойник у него, по-моему, все жизни. Короче, тем временем на разбойника нападает вот этот. А нет, он сидит здесь. Никто на него не нападает. Он просто здесь зашкерился. Тем временем. Место. Так, а где главный герой? Он умер, что ли? Подожди, где он был? Что я забыл? Что было с главным героем? Я забыл вот с этим. У него было 200 экспы, 200 золота. А, он, короче, убежал. Навлек на Озона этого. Озон прыгнул сюда, и его здесь взорвало. Да тут сидит, короче, это, бегает. Так, что делать? Идти в пещеру. Ну-ка, подойду к этому. Извините, вы меня не тронете? Нет. Смотря с чем ты пришел, с миром или с войной. Я пришел с миром, я крайне нуждаюсь. Мне нужна помощь, пожалуйста, я вам отплачу, займите там. Что тебе нужно? Ты хочешь попасть к Верховному Магу? Да нет, я просто просто крестьянин. Меня обокрали горожане, ну, власть горожан, милиция этих паладины. Видел Озона сейчас? Да, видел, я его видео смотрел. Классно ты его, кстати. Подлечить тебя? Да, пожалуйста, подлечи. А что ты мне взамен? Я могу тебе заплатить 200 золота. Мне не надо золота. А что тебе надо? Мне нужна кое-какая вещь. Что ему нужно? Кристалл. Добудь для моего мага кристаллы. А где они располагаются? Они располагаются в пещере. Хорошо. Но там находится этот разбойник, который Озон замочил. Хорошо, я тебя подлечу. Вылечил. Так, разбойника все жизни. Так, минус золото. У жука 0,5 жизни. Девушки 1 жизнь. Хорошо, я добуду. Только как я справлюсь? Можешь дать мне какой-нибудь свиток превращения или что? Какой тебе свиток? Ну, ты будешь обязан мне. Переворотив меня в какого-нибудь мощного монстра на время.
Ну, хорошо, я там тебе свиток, но чтобы принес мне всю добычу. И все, что там найдешь, принеси мне. Вот тебе мой помощник с тележкой. Хорошо. Я, кстати, симпатизирую тебе. Я тоже не люблю этих паладинов. Офигевшие. Не слушаются моего верховного мага. Эй! Васька, кто там? Это я, Ксардис. Тут гость. Чё надо? Да его тут притесняют городские. Все обобрали у него. Банкир с него налоги там требует, сгребает. Все у него обобрали. Озон на него напал. Озон? Сейчас. Так, кого бы он... Короче, вот тебе... Блин, нужно кого-то, какую-нибудь зверюшку превратить. Ну ладно, вот тебе... призыв блин, нет, ну короче, пофиг. Вот тебе призыв воителя, иди с ним. Спасибо. Заходят в пещеру. Ну что, я подожду тебя здесь пока что, хорошо? Идем. Собирай все, что есть у Озона. Собирает мечи, доспех, там, все, что Озон наворовал у мертвых, мертвых персонажей. Так, что там он набрал? Озон. Доспех. Паладина. Два меча. Паладина. Золото. Так, Озон. Сколько забрал? Ну, короче, 500 золота у Озона было. Надонатили ему. Потом стрелы. Стрелы. Лук. Так, набрали добра. Кольцо еще. Кольцо силы. Плюс 5. Идем. Куда пойдем? Так, я разведаю. Так, я вижу здесь ловушка и голем. Туда лучше не идти. Здесь шершни. Пойдем сюда, пойдем. Стой, ты постой здесь. Ладно, пошли. Этот быстро встает, подбегает сзади. На! На! Так. Так. Разбойник. Все жизни. Торговец, короче, сколько у меня жизни. А, вот. Короче, и у него... Сколько у него там было? Две жизни.